Посмотрим два простых прохода спайдер-гарда. Да, в спайдер-гарде у него всегда будет одна нога прямая, а другая, да, согнута. Вот. Что нам доставляет наибольшую проблему в этой ситуации? Это его нога в нашем бицепсе. Да? Сейчас мы будем ее вытаскивать. То есть это в принципе такой некий принцип освобождения от этой фигни, от ноги в бицепсе, да? То есть можно ее вытаскивать коленом. Вообще в различных ситуациях, вот таким движением. В разных ситуациях, то есть даже здесь, когда он ласы забрал, я там сижу, да? Я могу освобождаться, но на какое-то время, да? Понятное дело, что он ее заново засунет. То же самое и здесь поставить, да? То есть на какое-то время мы освободимся от этого, он будет возвращаться и так далее. Сейчас вот мы посмотрим вариант прохода спайдер-гарда, который легко дрилить. Сейчас мы будем делать следующее движение. Мы делаем шаг в сторону ноги, которая у нас бицепс, вытаскиваем ее и делаем такое движение круговое. Пам. Теперь этой же ногой, которой мы выбивали его пятку из нашего бицепса, мы делаем мах назад. И в эту сторону делаем ториадо. И падаем на него. Не ставим колени, падаем. Потом доделаем наше движение. Если мы дрилим, конечно, мы можем просто делать вот так. Да? То есть он должен быть расслабленный. Я должен быть расслабленный. Это должно быть так. Пам. Пам. Сторону то же самое, сделал шаг, выбил, сделал движение, махнул ногой, и я тяжелый, он тяжелый, как дрилить, вообще невозможно. Вот, поэтому сейчас мы делаем технику нормального движения, делаем шаг в сторону выпрямленной ноги, которая у нас бицепс, делаем шаг, и прямо его пятку в свое колено, чтобы она вылезла оттуда. Бам. В этот же момент мы круговое движение делаем рукой, держим его здесь, убираем ногу, махом, и в это пространство просовываем другую ногу. И падаем на него. А дальше все как обычно. Еще раз. Бам. Вот, мы стоим вначале здесь, да? Мы никогда не приближаемся к нему сюда, близко не становимся. Что он нас перевернет как-нибудь, да, всегда здесь, чуть далеко от него. Также колени вместе, чтобы он нас не шатнул. Бам, приготовили, сделали шаг. Бам. Окей. Поехали.